Ой. Теперь я буду, ну я не знаю, если эта прога будет еще работать, каждый день записывать, делать такую нарезочку. Что это получается, я выехал летом, а сейчас осень, и дождь, и мне ехать 78 километров до Антверпена по осени. Ого. Всем привет. Сейчас я проезжаю мост. С Южной Голландии на Северный Барант. Барант так называется. Барант. Тут очень медленно последнее. У-ху! Антверпен! Блин, ну они долго по воскресеньям спят, потому что уже 11:26, и здесь город. Чуть поворот не пропустил. Ребята, были странные коты, сейчас будут странные собаки. Вот это другое дело, да? По солнышку-то как! Ох! Hello? Can you ask something? I want to buy a coffee. Do you have? I don't have coffee, no. Don't? Так, это предпоследний, наверное, голландский городок. Зундарт. Тут пускают воздушных змеев. Какой-то праздник воздушных змеев. И походу нормальные ветра, потому что ехал против ветра очень долго. Ну вот, первое. Метры Бельгии. Оп. Мои дорогие любители экстрима. Ой, ну наконец-то в Бельгии я нашел наконец-то какой-то магазин, где, похоже, можно купить сим-карту. Это видео пока не может быть загружено, потому что у меня нет пока что интернета. Вот. Настоящий бельгийский магазин, и я покупаю сим-карту. Попытаюсь. А how many gigas? Вот это что-то новое, сигареты в банках. Много-много бухла.
Бельгия. Короче, вот началось. У меня какая-то хрень с колесом, она начала гудеть. Может быть, это вода в тормозах. Can I? Yeah, alright. Thank you. Вот. Марафонец. Бельгийцы. Ветер, конечно, лучше, чем дождь, но, бля, он тоже надоедает. Какой-то бельгийский муссон или что, я не знаю. Я еду просто, а он у меня дует прямо на меня со такой скоростью нормально. Получается очень медленно, тяжело. Ветры. Уже комбайн. Вот он, самый дебильный участок сегодняшней дороги. Как тут проезжать? На дорогу выезжаешь, все сигналят, съехать негде, другой дороги нет, какой-то ремонт, и вообще все заросло. Хорошо, что у меня еще на нидерландской симке остались деньги. Короче, нормально все, дозвонился, сейчас он спустится. Но такой вопрос возник сразу. Попросил позвонить, как вдруг у двух людей. Один сказал, что у него нет мобильного телефона, а второй сказал I'm sorry и сел в машину и уехал. Что-то как-то это... не по-дружественному. Могли бы помочь. Сейчас спускается Михаил и будет знакомство с Михаилом. Есть? Привет. Блин, слушай, а я знаешь что? Я приехал и подключил какой-то, я не знаю, интернет, наверное. Он все высосал, потому что там пакет не подключили. Я так понял, что он просто шел как из симки. И к тебе доехал, у меня нет интернета, ты хорошо вставил нидерландскую симку и все сработало. Окей.
Попросил здесь у двух чуваков позвонить. Один сказал, у него вообще телефона нет. А один сказал, что типа сори, и сел в машину. Ну, фламандцы народ такой специфический, хотя как повезет. Да? Я предлагаю, чтобы эту штуку там в гараж поставить. Да, давай. Единственное, что надо замков что-то придумать. У меня сзади есть такой на этом самом. Штука. В принципе, не опасно, но у меня один раз мы успели, если уже утащили. Я не закрепил. Ну да, но это... Вот здесь возле великов этих, да? Вот прямо вот здесь, вот на этом месте.